Очередная трагедия постигла школу Соединенных Штатов Америки. Во вторник утром на территорию школы Рейнольдс проник вооруженный человек и открыл огонь студентов этого учебного заведения. Школа Рейнольдс находится в пригороде города Портленд и имеет большое количество студентов из стран бывшего Советского Союза. Пресс-секретарь полиции сообщил, что мотив стрельбы неизвестен и что стрелок и один из студентов школы были убиты. The situation is contained. The shooter is deceased. We're now working on reunifying the students with the parents over at the Wood Village, Fred Meyer, 223rd and Gleason. So please pass that out. Again, we'll push out information through the RH shooting hashtag, as well as through flash alert on news releases that we develop as we get more information and more details become available as we figure out what occurred and what went on, okay? So we are still moving students out of the school. My understanding is most of them are out, if not all of them, but we are continuing to work towards that and get them out, evacuated, cleared, and then reunified with their parents. So again, please, parents, 223rd and Gleason, the Wood Village Fred Meyer parking lot, well, they'll be able to pick up their students there. Has anyone been transported by ambulance? We'll talk more about that as far as when we have those details, okay? Все учащиеся и учителя были эвакуированы, и доступ к школе был закрыт для всех. Студентов на специальных автобусах вывезли на парковку супермаркета Фред Майер неподалеку от школы. После проверки студенты были воссоединены с родителями. Двое сыновей пастора местной церкви Дом Божий находились в школе во время стрельбы. Сегодня утром на работе я услышал от своего сына, что в школе, где находятся мои дети, произошла перестрелка. Конечно, тревога наполнила сердце сразу, и я приехал сюда. А здесь, на Фредмайерской парковке, сейчас детей привозят. Я еще не знаю никаких новостей, кто и почему и как, но знаю точно, что мои дети находятся в порядке, потому что они мне послали текст-месседж. Конечно, было очень большое переживание. И вновь напоминаю нам, всем нам, что мы должны бодрствовать, молиться и переживать, конечно, те моменты, которые мы имеем вместе с семьями. И я послал сегодня месседж, voice message всем членам нашей церкви с просьбой молиться, чтобы Бог утешил, поддержал, и, конечно, чтобы все было в порядке, чтобы каждый сын и каждая дочь вернулись домой в мире, в покое. На прошлой неделе подобная трагедия произошла в соседнем штате Вашингтон, где вооруженный проник в христианский колледж и убил одного из студентов. Специально для Slavic Family Тимур Исакович.